Это фрагмент праздничной программы, посвященной дню рождения детской городской организации «Радуга». «Радуге» 18 лет. Активисты городской детской организации «Радуга» в этом году предложили провести ее в стилистике кино. Здесь будет очень много интересного, визитка в жанрах фильма. Они, дети попробуют себя в озвучке, попробуют танцевать флешмобы именно из фильмов. Активисты каждой школьной организации приготовили свои музыкальные проекты, видеоролики, инсценировки, композиции. Но поздравляли не только дети. Благодарили за вклад в развитие города наставники «Радуги». Спасибо вам, ребята, за то, что вы настолько позитивны, настолько неравнодушны, настолько креативны и любите свою страну, свою родину, свою малую родину, город Моршанск, отдавая все для того, чтобы она была красивая, наша любимая родина, город Моршанск, для того, чтобы она была всегда на высоте. И ваши дела говорят об этом. Не случайно всегда и везде волонтеры города Моршанска, детская организация, стоят впереди. В тех делах, которых мы можем перечислять бесконечно. Помощь ветеранам, развитие Тимуровского и волонтерского движения, участие в акции по благоустройству территорий. Эти и другие добрые дела в активе городской детской организации. Есть планы и на будущее. Детская организация у нас входит в состав Союза детских организаций Тамбовской области. А с этого учебного года мы входим в большое движение, российское движение школьников. Это всероссийская большая организация, это большая ответственность, очень много новых мероприятий, проектов. И я думаю, мы попробуем свои силы в них. 18 лет в первые годы существования детская городская организация насчитывала несколько десятков человек, затем несколько сотен. Сейчас оно перевалило за цифру 2000.